20:30, це означає, що добрий вечір настає на Одеса Лайф. Ну і в наступні півтори години сьогодні буду з вами я, Вікторія Ортіс, і разом із гостями будемо обговорювати усе найцікавіше та наболіле для одеситів. Про легалізацію канабісу, зокрема, та підлітковий максималізм, тікток-челенджі та суїцидні групи у соцмережах. Про все це просто зараз. Протягом декількох років в Україні ведеться дискусія щодо легалізації канабісу у медичних цілях. І от 7 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову про часткову легалізацію препаратів на основі канабісу. Що передувало ось такому рішенню? Та у його подробицях розбирався телеканал «Одеса Лайв». Давайте подивимось. Обговорення питання щодо легалізації канабісу у медичних цілях розпочалося ще у 2019 році, коли тодішня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що узаконення медичної марихуани зможе полегшити життя мільйонам українців. Ми підтримуємо, щоб в Україні ми могли для наших пацієнтів використовувати медичний канабіс. Це допоможе майже 2 мільйонам українців, у яких є потреба через онкологічні захворювання і з болем після самого онкологічного захворювання. Для дітей, які хворі на епілепсію, для наших ветеранів, у яких зараз посттравматичний синдром. Більшість цих проблем можна вирішити і лікувати медичним канабісом. Схожу думку висловлює і президент Володимир Зеленський. Він зазначає, що у багатьох цивілізованих країнах світу сьогодні доступні лікувальні препарати на основі канабісу. На його думку, світ змінюється, тож необхідно і Україні. Тож президент виніс питання щодо легалізації медичної марихуани на всенародне опитування, запропонувавши українцям висловити свою думку з цього приводу. Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю важких хворих? Цікаво, що більшість респондентів все ж таки підтримала ініціативу. Позначку поруч із відповіддю «так» поставили 70% українців, що взяли участь в опитуванні президента. І от вже в грудні 2020 року у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект. Деякий час він перебував на розгляді у профільного комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. До голосування справа поки не дійшла, тим часом канабіс легалізували частково. Так, постановою Кабінету міністрів від 7 квітня дозволив обіг декількох препаратів канабіоїдів. При цьому їхнє використання дозволяється лише у вигляді ліків та субстанцій, необхідних для їх виготовлення. Таке рішення викликало неабияке обурення громадськості. Зокрема, проти постанови Кабінету виступив громадський діяч, експерт наркополітики, співорганізатор маршу свободи за легалізацію медичного канабісу Тарас Артушний. Він вважає, що насправді рішення уряду допоможе дуже малій кількості хворих, адже уряд дозволив використання лише 2 препаратів. Оскільки вони є запатентованими, їхня ціна в роздрібному продажі буде просто космічна. Питання ціни також позначається на доступності. Окрім того, це дуже звужує їхнє застосування. Також бачимо, що сперечання щодо легалізації канабісу у медичних цілях та окремих її аспектів продовжується і нині. Чим завершиться та чи легалізують медичну марихуану, в цілому покаже час. Сьогодні з нами директор реабілітаційного центру Віталій Куліков. Вітаю вас. І доктор наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології, це Костянтин Шевченко-Бітенський. Вітаю вас. І от перше запитання, наскільки все ж таки важливий цей законопроект для українців, на ваш погляд? Мені кажется, дуже важливий. І взагалі, з учетом того, що ми йдемо в Європу, то все це такой европейский манер, поэтому это здорово. Я не вижу ничего криминального в легализации медицинского каннабиса. Во-первых, давайте сделаем акцент на том, что это медицинский каннабис. Это мы не травку легализуем, как многие не понимают этого, да, они приравнивают одно к другому. То есть мы создаем лекарство, да, и даже в законопроекте написано, что в виде лекарства. То есть мы не будем продавать, мы не берем, не взяли, извините за такое слово, барыг, да, и перенесли их в аптеки. Нет, это совершенно другое дело. А сумасшедший просто эффект медицинского каннабиса в лечении онко, ну, не лечении, а как бы паллиативной, то есть сопровождающей терапии онкозаболеваний, ВИЧ-инфицированных в избежание кахексии, то есть за снижение веса, то есть и
падает иммунитет и все-все-все. То есть организм нечем бороться, да? Ко всему прочему обезболивающее, ко всему прочему натуральное лечение эпилепсии, да, снятие психоэпилептических припадков и так далее, и так далее. То есть достаточно широкий спектр. Ко всему прочему, не забывайте, что медицинский каннабис не дает кайф. Вот это вот заблуждение о том, что мы делаем новую наркоманию, значит, вводим в общество. Во-первых, мы забываем почему-то, что наша Верховная Рада благополучно легализовала одну наркоманию в виде игромании, да, то есть у нас теперь казино. Легализация казино. Так, да, мы забываем о том, что у нас была когда-то метадоновая терапия заместительная, наркотики, да, опиоидные анальгетики, которые, кстати, медицинский каннабис тоже заменит. То есть многие опиоидные анальгетики уйдут, потому что с помощью медицинского каннабиса можно обезболивать. Мы забываем о том, что морфий используется, да, ну то есть спокойно, да, у нас есть он ограничен, так давайте ограничим медицинский каннабис от широкого, там, как аспирин купить. Никаких тогда проблем не будет. Плюсів, на ваш погляд, значно більше, ніж мінусів. Конечно. А от Віталій, на ваш погляд. Я в одной части согласен со своим коллегой в том плане, что такие препараты, они необходимы, жизненно необходимы для некоторых пациентов. Но, с другой стороны, на сегодняшний день, как по мне, мое мнение, что наше государство на законодательном уровне не совсем подготовлено к принятию такого законопроекта. А чему? Я поясню, почему. Потому что на сегодняшний день мы имеем ряд медицинских препаратов, которые рецептурные, но которые в открытую продаются в аптеках без рецептов, и наркопотребители их могут свободно купить. Мы неоднократно проводили такие рейды, то есть заходили ребята и покупали кодеиносодержащие препараты, покупали различные сиропы. На ваш погляд, держава не зможе це регулювати? А государство принятием этого закона, оно автоматически сняло с себя ответственность. То есть регулятор переходит в другие руки. А в какие это вопрос? На сегодняшний день наркополитика в плане медицины, аптеки, она не работает. Мы проводили различные акции, и я повторюсь, делали контрольные закупки, когда людям, посторонним, без рецептов продавались такие препараты. Понятно, мы боремся с такими аптеками, понятно, мы их закрываем, но вопрос, опять же, где они их берут? То есть это где-то на каком-то предприятии производят. Добре, а як це може взагалі сказатися на цілому ситуації в Україні із наркоманією? Я считаю, что для начала нужно урегулировать процесс реализации таких препаратов, а только потом принимать законопроект. Имея вот такие пробелы сейчас в медицине, в препаратах, в реализации их, но принимая такие законопроекты, есть особый риск. Единственный момент, конечно, что всего лишь на два препарата, насколько я понимаю, Верховная Рада одобрила медицинский каннабис. И эти препараты, они не дешевые, то есть они дорогостоящие. Это следующий вопрос. Доступность этих лекарств. Да, то есть, принимая закон на два препарата, мы лишаем возможности, как вот говорили в сюжете, мы лишаем возможности на, скажем, незащищенные слои населения в приобретении данных препаратов. Ну, от, власне, щодо регулятора як держави, вони знімають себе певну частину обов'язків і відповідальності. На ваш погляд, як це загалом вплине на ситуацію в Україні? Взагалі немає проблеми. По большому счету, рішається все дуже просто. Двома путями. Путь А – это мы пойдем по пути морфия, да, морфина, когда только по красному бланку, и вы себе даже не представляете, какой это проблема для поликлиники выписать на этот красный бланк, и там больше головной боли этому обезболить этого пациента, чем это продажа этого опиоидного анальгетика. Вариант Б – это подприжать аптеки и врачи, которые выписывают, в виде, во-первых, только сделать электронные рецепты. То есть будет полный контроль над тем, кто выписывает, сколько выписывает, четко ограничить причины выписывания, да, какие нозологии, то есть болезни, при которых выписывается. И все. В общем-то, у вас есть полный контроль. И вы знаете, кто выписал и как выписал. Касательно того, что сложно, я себе не представляю, как, наверное, сложно медицинским каннабисом
обкуриться, я не знаю, обсмоктаться его, закапать его во все возможные места, когда там всего-навсего 1% в общем-то, этого пьянящего действия. То есть, как бы, с этим будет явно наркоманам сложновато. А я, может быть, я чего-то не понимаю в патентообразовании, но, как бы, вспоминая лет 10 тому назад, когда открыли лечение от гепатита С в Америке, стоимость, у меня просто недавно был пациент, который мне это рассказал, стоимость лечения, полный курс, стоил $70,000. Мой пациент был очень расстроен этим, начал собирать постепенно, он болел гепатитом С, начал постепенно собирать эту сумму. И тут, буквально через год, в Индии возникают дженерики, и общая стоимость лечения от гепатита С стала $1,500. Я, может быть, не понимаю еще раз патентообразование, но если это не стимульнет ли это рынок Украины в создании новых фармакологических препаратов на основе уже известных патентированных, то есть можно же купить патент на производство этого препарата и его уменьшить стоимость, потому что мы не забываем, что огромные деньги мы платим за бренд. Да, 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 за айфоны, за, да, потому что мы платим за яблочко. Вот. А плюс ко всему, и для экономики страны это большой плюс. Ну, там, в агрокультуру я уже не буду входить, но конопля используется, где она только не используется. А, так что по поводу обігу есть решения, достаточно простые. Ну, будемо дивитися. Я хочу статистичні дані зараз дати. Станом на сьогодні канабіс є таким глобальним світовим ринком, який зростає космічними темпами. Тогоріч цей ринок оцінювався в понад $20 мільярдів. Втім, протягом найближчих 10 років збільшиться ще в 5 разів. Ну і згідно із іншими припущеннями, ось цей ринок, він вже зараз в декілька разів більше, ніж був минулого року. Ну і, до речі, питання от щодо легалізації цього медичного канабісу в Україні, воно було винесене президентом України на так зване загальнонаціональне опитування у жовтні минулого року. Ну і, власне, за результатами ось цього опитування, легалізацію використання канабісу в медичних цілях підтримали майже 65% респондентів. Ну і тоді ж в Офісі президента зазначили, що ось так звані канабіноїди, вони необхідні майже 2 мільйонам українців. Ну і цю ж цифру ще у травні 2019 року пояснила Уляна Супрун, яка на той момент виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я. І вона ще зазначила, що в країні є понад 20 тисяч дітей із епілепсією, сотні тисяч онкохворих, більше 100 тисяч паліативних пацієнтів, ну і також десятки тисяч ветеранів війни, які мають посттравматичні стресові розлади. І, власне, усі ці категорії населення, вони потребують медичного канабісу. Зараз до нашого ефіру долучається правозахисник та голова благодійної організації «100% життя». Це Дмитро Шеремби. Ви також можете долучатися до обговорення із ним. Дмитро, вітаємо вас. Добрий вечір. Так, дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Ну, от, власне, законопроект прийняли. Лише два препарати все ж таки дозволили. На ваш погляд, як це може вплинути загалом на життя українців? І чи може? На самом деле это был не законопроект, это было постановление Кабинета министров. Да. И мы, наш фонд и пациентские организации работали над текстом этого постановления Кабинета министров, только наша редакция имела совсем другой вид, совсем другой смысл и совсем другой спектр применения. То есть она имела очень простой смысл – это сделать доступным медицинский каннабис в Украине и перенести ее в таблицу разрешенных для использования в медицине. Но за одну ночь в Министерстве здравоохранения какие-то делки переделали текст постановления Кабинета министров и вынесли на самом деле не тот текст, над которым работали 3 месяца подряд. В этом был основной фактор фальсификации. И, к сожалению, Кабинет министров, ну, раз он ночью был переделан и подан, то никто не разобрался, что за документы, за него проголосовали. Но все пациентские организации уже высказали свою позицию, что это такая фикция либерализации доступа к медицинскому каннабису. Почему? Потому что постановление Кабинета министров регулирует всего 2 медикамента, которые будут доступны в Украине. Стоимость одного на мировом рынке $600 упаковка, стоимость второго $2000. То есть, я думаю, кокаин дешевле покупать на черном рынке и успокаивать людей с онкологией. Эта логика такая в министерстве появилась. Так вот, для нас, конечно, это был шок. Сам факт, что Кабинет министров нажал на кнопки и проголосовал за такое понятие «медицинский каннабис», это, конечно, положительный фактор, но содержание абсолютно пустое. Есть альтернативный выход из этой ситуации. Это законопроект, который находится в Комитете здравоохранения, консолидированный практически со всеми партиями, который может быть зарегистрирован на следующей неделе, который урегулирует рынок, производство, доступ, оборот в медицинской системе, систему контроля и регуляции абсолютно все, которые необходимы в Украине.
И таким образом это будет круг спасения для всех пациентов, их реально миллионы в Украине, которые этого ждут уже очень много времени. А кому, на ваш погляд, потрібна ось така стрімка легалізація тоді? Кому це вигідно може бути? По постановлению Кабинета министров, на самом деле это не было желание Кабинета министров. Это на самом деле было продекларировано в 2020 году после опроса, который провел президент Зеленский в Украине, когда там практически 70% украинцев сказали «да, хватит уже, в общем, чесать языки, выполняйте свои обещания». И время тянулось, и когда партия «Голос» зарегистрировала закон о легализации медицинского каннабиса, то, по сути, ожил кабинет министров и сказал, давайте, мы же все-таки обещали, мы первыми сделаем постановление кабинета министров, которое будет первым шагом для того, чтобы полностью легализировать доступ к медицинскому каннабису. Но и с этим они провалились, потому что 4 месяца рожали сам документ, который мы, по сути, им написали и дали. Но за один день все испоганили. На самом деле, эта скорость необходима была, чтобы притупить бдительность аппарата президента Украины, типа его обещания выполнены, это ложь. Я думаю, что в аппарате президента должны очень точно понимать, что их обманули. А второе, вы должны понимать, что контрлобби легализации медицинского каннабиса – это рынок, превышающий 10 миллиардов теневого оборота. И, конечно же, люди понимают, что они его просто тупо потеряют. И им плевать, что они говорят на телевидении и как их назовут. Им главное оставить доходность этого процесса. Это сумасшедшие деньги, которые потом тратятся, в общем-то, не задекларированно на все что угодно. А я думаю, люди, которые контролируют черный рынок в Украине, являются основной сопротивляющей силой для легализации медицинского каннабиса. Ну, от, власне, хто ці люди і чи можна ось призупинити ось цю постанову Кабміну і, можливо, там зробити якусь нову, на ваш погляд? Чи це реально зробити? Да. Якщо ви кажете, що це фікція? Міністерство ветеранів виступало на Кабінеті міністрів і говорило о том, що це не той текст, який на самом деле согласовувався со всім. Я думаю, це вже розуміє і прем'єр-міністр України. Ну, урон, який вона не наносить, має дуже простий вид. Перше. Экономика Украины – это абсолютно все аграрии, это фармкомпании, это дистрибьюторы. Не получают возможности реализовывать свои коммерческие проекты. Второе – это практически 2,5 миллиона пациентов, которые не получили доступ к существующим медикаментам, которые уже есть в Европе абсолютно везде. В среднем стоимость курса лечения на месяц будет колебаться от 200 гривен до 1000 гривен, если это месячный курс. И для человека на сегодняшний день, у которого хронические боли, либо у него онкология, либо он проходит курс химиотерапии, либо любые другие заболевания, либо как у ребенка эпилепсия, которые, я открою секрет для всех телезрителей, все мамочки покупают на черном рынке масло каннабис. Но, к сожалению, они покупают произведенные кустарно. И, к сожалению, у них есть коэффициент риска. Либо они вынуждены нарушать закон и привозить масло либо с Израиля, либо с Польши. Мы все находимся в этом ситуации. В общем-то, такие нелегальные люди с их болями. Так вот, проблема всех этих людей, она всегда находилась в тени. Потому что не существует никакой другой формы помочь ребенку, у которого 80 приступов в сутки. Кроме масла каннабиса. Мне жалко, что есть в правительстве люди, которые могут миллионы людей приносить в жертву ради персональной наживы. К сожалению, Министерство здравоохранения выступило не за пациентов, а за фантастически дорогие препараты и за лобби, которые защищают черный рынок в Украине. От, пане Дмитрі, в нас у студії Костянтин Шевченко-Бітинський, не з усім погоджуєтеся? Можете прокоментувати? Ви немножко драматизуєте, що тільки масло канабіса може допомогти ребенку. А як ти ж без нього справлялись до того, як не всі ж діти вмирають від епілепсії? Да, давайте я скажу, як справляються в Україні і в світі з цією проблемою. Середній рецепт, який виписують ребенку, який словно форма епілепсії, може колебатися від 2 до 6 наркотических соединений, которые ребенку надо принимать. Развитие... Лечение эпилепсии, тотально, я прошу прощения. Да. Если у ребенка сложная форма эпилепсии, и если она не купирует, не успокаивает, не дает эффекта, понятно, что это значительно влияет на его развитие. 12 тысяч семей в Украине, у которых у ребенка эпилепсия, для которого не существует лекарственного протокола сопровождения. Его нет в мире, не только в Украине.
Это не надо, это никому доказывать. И все понимают, что эти мамочки, да, они покупают масло каннабиса, да, они уже, конечно, с опытом набрались и понимают, у каких производителей покупать, с какой стороны его заводят контрабандой, они его выкупают. Другого варианта у них не существует, чтобы из ребенка не сделать овощи просто наркотиками. А Украина находится в 20 стран в конце списка всего мира по доступу к обезболивающим. Только 7% официально в Украине людей из 100% нуждающихся имеют доступ к обезболивающим, которые нормально купируют их боль и симптоматику, которую они оценивают как боль. Всего 7%. 93% мучаются. И это не вопрос драматизации. С пациентским движением мы работаем 20 лет. 20 лет мы помогаем людям. Мы в среднем обслуживаем 240 тысяч людей бесплатными услугами и поставляем им медикамент. Мы точно знаем, как выглядит боль в Украине. И точно понимаем, кто является основным мотиватором недоступности всех этих медикаментов. Как правило, силовые структуры всегда были основным барьером по доступу расширения в Украине нормальной медицины в области управления болью. Ну, от, власне, і Арсен Аваков у своєму останньому інтерв'ю казав про те, що він проти ось цього, ось цієї постанови і законопроекту, і взагалі легалізації канабісу, що нібито це може вплинути на те, що будуть вдома отак саджати і потім щось зробити з цього канабісу. Пане Дмитро. Да, у мене є відповідь для цього, да. Щоб ви всі розуміли, більше 300 тисяч ми содержимо силових єдиниць в Україні. В местах лишения свободы находится 50 тысяч людей. Я думаю, из которых процентов 70 – это люди, которые либо употребляли наркотики, либо хранили наркотики. Мы содержим 300 тысяч единиц силовой структуры, которые садят в тюрьму 20 тысяч преступников. 20 тысяч. Так вот, официально в Украине находится на учете, на наркоучете 500 тысяч людей, из которых 400 тысяч – это алкозависимые люди, которые никогда наркотики не употребляли. Из этих 500 тысяч только 70 тысяч людей когда-либо употребляли инъекционные наркотики. Але все одно ця постанова може бути ударом по ось цим так званим наркобаронам, на ваш погляд? Конечно, нет. Вот эта конкретная редакция никаким образом не повлияет. Я думаю, именно эти наркобароны отредактировали эту постанову так, чтобы это по ним не ударило. И, конечно же, удар прошел мимо. Потому что, по сути, черный рынок сохранили, медикаменты не сделали доступными, сделали доступным два химических соединения, которые никакого отношения к каннабису как такому не имеют. Все, что сделало постановление, в чем ее хитрость, они внесли название медикаментов, которые химически произведены, как по сути некая копия каннабиоидов. Это лабораторно произведенные каннабиоиды, и которые стоят дурные деньги. Потому что, чтобы их бустировать и довести до состояния влияния, это стоит больших денег. И поэтому это не конкурент каннабиса, потому что это химическая таблетка, а не каннабис. Пане Дмитре, дякуємо вам, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Правозахисник і голова благодійної організації «100% життя» Дмитро Шарембей з нами на зв'язку був. Ну, от, власне, такі думки з ініціативою вивести канабіс зі списку важких наркотиків. Раніше зверталися і інші і організації охорони здоров'я. Там вважали, що після ось виключення зі списку небезпечних наркотиків, канабіс і його похідні, вони стануть легше вивчати з медичної та наукової точки зору. Ну, а комісія ООН в грудні 2020 року ухвалила рішення про виключення канабісу та його смол з переліку небезпечних наркотиків. І Україна отримала право голосу у комісії ООН з питань наркотичних речовин рік тому. І на голосування виступила все ж таки за легалізацію. Ну, і в той же час законопроект внесли на розгляд до Кабінету міністрів. Українські активісти з руху за реформи державної політики щодо наркотиків «Конопляний марш свободи» рішення ООН назвали історичною подією взагалі. А Ольга Стефанишина, яка раніше виступала за повну легалізацію медичного канабісу, висловилася з приводу рішення Кабінету міністрів. І, власне, за її словами, у багатьох тяжкохворих пацієнтів забрали останню надію, адже препарати, імпорт яких дозволила влада, вони надто дорогі. Про це нам заявив і пан Дмитро. Ну і крім того, Стефанишина назвала постанову фікцією. Я пропоную її почути зараз.
Працюємо далі над законопроектом про реальну легалізацію конопель в медичних та наукових цілях. Готуємо до розгляду в Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Ну і, власне, проєктом закону пропонується створити нормативні умови для законного обігу конопель, для їх використання в медичній практиці, науково-технічній діяльності і в промисловості. Ну і також Кабмін планує все ж таки регулювати ввезення і вивезення, а ще транспортування території України, зберігання та реалізацію конопель. Основний пункт законопроекту, він передбачає поштовх розвитку медичної науки, практичної медицини і фармацевтичної промисловості шляхом використання конопель в лікувальних і дослідницьких цілях. Ну, а пацієнти, звісно, матимуть можливість придбати і зберігати медичні коноплі для застосування в лікувальних цілях, згідно із медичними показниками, відповідно до виданого рецепту. Ну, і цікаво, що одна з розробниць ось цього законопроекту про легалізацію канабісу в медичних цілях, це народний депутат Ольга Стефанишина. Вона працювала заступником Уляни Супрун, і та у свою чергу, як ми вже чули, є промоутером ось цієї так званої легалізації. От почули пана Дмитра, він сказав, що все це фікція, був інший законопроект, інший текст у цій постанові. Ось ця постанова, за котру проголосували, ви погоджуєтесь із паном Дмитром, що це пройшло повз наркобаронів, і там просто два препарати, які реально надто дорогі? Ну, как я уже ранее говорил, я считаю, что если брать легализацию медицинского каннабиса, то она медицинский каннабис должен быть доступен всем. Но это однозначно, потому что когда речь идет о суммах в $2000, не каждая семья сможет позволить это лекарство больному человеку. Вот. Это первый момент. А второй момент... Я бы хотел, конечно, остановиться ну, в сферу своей деятельности. Да, я, возможно, немножечко отклонюсь от тематики, что на сегодняшний день зависимые люди, они начинают употреблять именно каннабис. И наркомания, она молодеет. И к нам, когда приезжают люди... А молодшие на сколько років? Ну... Поступают и 14, и 15, обращаются. 14, 15 лет, 16 лет. Понятно, напрямую с употреблением каннабиса эту тревогу бьют родители. Сам зависимый уже попадает к нам, когда он уже употребляет более тяжелые наркотики. Но в основном оно все начинается с каннабиса. Ну, до речи, там говорится про то, что на самом деле это про выращивание даже в домашних условиях, я так понимаю. Ну, я вам так скажу, что тот, кто хочет, тот найдет. Да, тот найдет на улице, тот найдет в аптеке, что ему необходимо. Вот. Но в любом случае это все нужно контролировать, и это ни в коем случае не должно выйти из-под контроля. От, я хотел, с вашего разрешения, по поводу немножко такой теории заговора нашего коллеги, который выступал по телевизору. Вам не сподобался его комментар? Да, нет, он наверняка приятный мужчина, но кое-что мне не понравилось. Я просто не хотел его перебивать, да, он так складно говорил. Серьезно, ну, многомиллиардный наркобизнес, который, ну не то что... Эти игровики, они даже приблизительно не имеют таких денег. Серьезно, они боятся легализовать каннабис, они его пытаются сохранить в черном рынке. Зачем? Ты его выводишь в массы, у тебя количество зависимых увеличивается в разы. Ну вот, если даже придерживаться вашей теории, в разы. У тебя рынок сбыта увеличивается, у тебя уже многомиллиардное состояние. Ты сейчас скупаешь быстренько рынок земли, а он уже, пожалуйста, открыт. Засеиваешь это все. Причем, что стоимость сейчас лицензии на выращивание каннабиса 100-200 тысяч долларов. Я просто думал недавно купить себе. Ну, интересовался. Так вот, 100-200 тысяч долларов. Представляете, какие проблемы есть у современного эскобара для того, чтобы это все приобрести и все это сделать? Нету. То есть ты еще выведешь это все на легал. Красота! Не надо прятаться этим бедным наркоманчиком с трясущимися руками, бежать, чтобы, не дай бог, милиция их не нашла. Рецепт есть, каннабис в другой руке, все, смело пошел. Значит, поэтому это попахивает теорией заговора, что вот в кулуарах быстро там, значит, тот ему кокаин, тот ему обратно, этот законопроект, нет, не проведем. Ну, то есть все-таки не верите в это? Я думаю, что да, на самом деле там в другом собака зарыта. У чему? А я вам скажу, что я настолько ничего не понимаю в политике, что даже судить об этом не буду. Вон он есть, человек специально обученный.
Ну, от, власне, якщо говорити про ось цю нову постанову, ось пан Дмитрій казав нам про те, що її, можливо, яким ви бачите ось цю постанову? От що було б правильно, на ваш погляд, внести туди? Ну, я вважаю, правильно, це доступність і контроль. Контроль оборота, контроль реализации, чтобы не получилось так, как с теми же метадоновыми программами. Ужасными, абсолютно. Вроде бы, да, преследовали благую цель снизить наркопотребителей, снизить уличную преступность, употребление инъекционных наркотиков, распространение ВИЧ-инфекции. А что мы имеем на сегодняшний день? Масса кабинетов заместительной терапии, масса рецептов. Буквально на прошлой неделе разоблачили в Киеве такой медицинский кабинет, где выявили кучу неподконтрольного метадона. Неподконтрольного, то есть который продавали просто наркопотребителям. Не обязательно этот человек должен состоять на учете в наркодиспансере. Любой желающий мог прийти за деньги купить метадон. Вопрос, где этот центр взял этот метадон? Что он не подконтрольный. Понимаете? Тут вопрос контроля и реализации этих препаратов. Конечно, в этих препаратах, как сказал мой коллега, там 1% всего лишь вещества, но если стоимость снизится до как бы простых смертных, скажем так, то этот 1% его будут доставать наркопотребители за считанные минуты. Они это все умеют делать. Ну, меня спросили, извините, что я вас перебил, меня спросили, для чего это было сделано. У меня возникла идея. Вполне вероятно, что это чисто психология, что был такой вброс. Вот сейчас этот вот, то, что вы сейчас приняли, это вброс. Посмотрели, как отреагирует общество. Чтобы потом, если благополучно, если всем все понравится, развить это до тех масштабов, которые они хотят. Если сейчас пойдет негатив, что вот что-то конопляное легализовали. Дымоверсия. Да, вот такая вот дымоверсия. Ну, якщо говорити про ось цю активне просунення легалізації канабісу, то ним займаються і фонди відкритого суспільства, це такі міжнародні організації. І, власне, фінансистом, улюбленим наших політиків Джорджем Соросом. І за деякими даними, він протягом останніх 30 років витратив на кампанію з легалізації більше 150 мільйонів доларів. Ну, експерти, власне, зазначають, що ось спочатку він спромігся легалізації в США, після намагається поширити ось цю концепцію відкритого суспільства на інші держави. Ну, і ось на черзі нібито Україна. І цікаво, що Сорос вважає, що легалізація призведе до скорочення злочинності, насильства і корупції. Однак справа тут навряд чи в філософії. Мова йде про великі гроші, тому що канабіс, як ми вже зазначали, це такий глобальний світовий ринок. У минулому році він оцінювався в 20 мільярдів доларів. За прогнозами протягом наступних 5 років, ось ця цифра, вона може зрости ще в 5 разів. Ну, а Україна в цьому плані виступає як вигідний ринок збуту, і до того ж наша країна набагато, вона багата, як ви вже зазначили, і чорноземом родючим, де було б дійсно вигідно вирощувати коноплі на експорт. І от, власне, пан Сорос вважає, що це призведе до того, що там рівень криміналу в нашій країні, він якось знизиться. Як взагалі канабіс впливає на кримінал, на ваш погляд? Я считаю, это я сейчас исключительно свое мнение высказываю по этому поводу. Смотрите, если мы говорим о рекреационном использовании наркотиков, что означает, как вот мы с вами приходим домой после работы, выпиваем бокальчик вина, да? Или вот на выходных мы собираемся с друзьями и выпиваем там под шашлычок коньячок, да? А вот это называется рекреационное использование психоактивных веществ. Так вот, если мы говорим о рекреационном использовании конопли, то я лично, мое мнение, вижу больше тому, кому это нравится, меньше вреда, чем то же самое использование алкоголя. Объясню почему. Алкоголь, я ни разу не видел избитую женщину мужем, обкуренным травкой. Я ни разу не видел убегающего накуренного грабителя от милиции. Ну, просто да, потому что он не бежит. Да. Вот. Также сохраняются аварии, конечно же. Ну, то есть я сейчас не олицетворяю божественное что-то в виде конопли. Да? То есть и в аварию человек может попасть, и совершить какие-то глупости. И вот как мой коллега подтвердит, я в психиатрии этим сталкиваюсь. Это ворота в мир тяжелых наркотиков, так называемых. Хотя нет там легких тяжелых наркотиков. Ну, допустим,
допустим. Это ворота, да, то есть начинают с травки, заканчивают героином. Я драматизирую, но, да. Только мы забываем о том, что человек, которому есть что терять, он никогда не станет наркоманом. Наркоманом становится. Почему молодеют, как сказал мой коллега? Потому что ребята подсаживаются на наркотики, им нечего терять. Они еще ничего не добились, у них нет семьи, у них специфический круг общения, где очень легко подсесть на, или неблагополучные семьи, где очень легко подсесть на наркотики. Когда мы говорим о 30-40-летнем мужчине, у которого семья, бизнес там, и так далее, я сильно сомневаюсь, то он вдруг становится, никогда не принимал то, что он один раз покурит, там, или два раза он покурит, он тут же станет наркоманом. Он понимает, что он не может курить на работе, потому что ему нужно заключать контракты, преподавать в школе и так далее, и так далее. То есть у него есть ограничения. Поэтому он и не спивается, да, потому что вы знаете, что утром нужно прийти и провести там эфир. Вы не можете отекшее, да? Тому после... я провожу его вечером. Да. То есть отекшее, пьяное после бодуна прийти, ну это вообще не про вас, ну там любая другая ведущая, да? Прийти и провести. Не может она, поэтому она себя ограничивает. То же самое касается и наркотиков. Ну, от, власне, в нас є ж народні депутати, які також Первый потребитель кокаїну. Ну, він один з них з нами на зв'язку, пан Данило Гетманцев, народний депутат України. Так, як неудобно вийшло. Пане Данило, вітаємо вас. Да, я только не совсем понял, кто потребитель кокаина, героина. Ви все правильно зрозуміли. Пане Данило, от, власне, ця постанова Кабінету міністрів, взагалі, як вона впливає на життя українців і чи потрібна була? Ви взагалі за легалізацію чи проти? Ну, смотрите, ну, в вопросі легалізації є дуже багато лукавства. Легалізація для медицинських целей, для того, чтобы уменьшить боль страдающих больных. Конечно, никто может отказать в этом. И естественно, что мы можем поддержать такую инициативу и расширить, скажем, список препаратов, которые легализованы Кабинетом министров, и всячески это поддерживать. Но ведь речь идет в законодательной инициативе не об этом. Давайте почитаем. Речь идет о выращивании конопли в нашей стране промышленным способом, ее переработки и, соответственно, реализации этих препаратов для, вот, как правильно в студии сказали, рекреационных целей. Я считаю, что то, что хорошо может быть для Канады, для Голландии, для обществ, которые являются зрелыми и, самое главное, живут в достатке, для нашей самой бедной страны Европы, может быть очень пагубно и влечь за собой катастрофические последствия. Поэтому я категорически против именно таких решений. От, пане Костянтине, погоджуєтеся із народним обранцем? Я согласен з ним в тому, що нельзя легалізовувати марихуану в відкритому доступі, в відкритій продажі. Ні в коєму случаї. Це приведе до наркотизації населення. Но в медицинських целях, да. Ну, от, власне, пане Данило, якщо брати ось цю постанову Кабінету міністрів, то дозволили тільки два препарати, насправді дуже дорогі, і нам там з громадської організації сказали, що все ж таки це неправильно, тому що препарати дорогі, а текст постанови був спочатку іншим. Що ви чули про це і що думаєте про ось такі, ну, дорогі препарати достатньо? Смотрите, я, конечно, не специалист в медицине, я занимаюсь финансами в Верховной Раде и всю свою жизнь занимаюсь финансами. И не могу комментировать ни конкретные препараты, которые попали под постанову, ни их стоимость. Но тот сам факт, что Кабинет министров легализовал какие-то наименования, это уже хорошо, и это правильное решение. Я считаю, что можно расширять этот перечень. Какими препаратами, я не знаю, я не специалист, наверное, те, кто у вас в студии, более глубоко владеют этой тематикой, но то, что их надо разрешать, да, опять-таки, без разрешения производства марихуаны на территории Украины и использования ее в рекреационных целях. Ну, от, власне, ви сказали, що життя, ось, що ви займаєтесь фінансами. Нам сказав також експерт про те, що насправді ця постанова, вона пролетіла повз наркобаронів, тобто в них все залишається добре, взагалі, із обігом в Україні. Після... Ну, наркобаронів завжди все добре, і в Україні, і за границею.
Ну, мені подобається ця розмова з вами. Давайте завершувати. Все ж таки, як вплине ось ця історія з легалізацією на майбутнє нації, якщо глобально так думати? Ну, смотрите, я могу только еще раз повторить тезис о том, что не своевременно, не на часе легализация сегодня у нас в нашей стране. В то же время такое же решение, принятое в благополучных странах, наверное, является обоснованным. Давайте мы сначала дадим возможность нашим людям зарабатывать, дадим возможность улучшить благосостояние страны и начать рост экономически, а потом уже будем принимать такие решения, ну, скажем так, сомнительные и рискованные в данных конкретных ситуациях. Ну, дякую вам, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Так, народний депутат України Данило Гетманцев був із нами на зв'язку. Ну, ось таку думку почули. Ну, власне, як прокоментуєте? Україна неблагополучна країна для цього сьогодні? Не на часі чи на часі? Я считаю, что никогда не поздно заботиться о своей нации. Это очередное... Ну, давайте хотя бы мы не шагаем, ну, хотя бы ляжем в том направлении. Здоровье – это основа вообще того, о чем должен заботиться наше правительство. Ну, то есть, опять же, постулирую, не надо вносить наркотик в массы, несите его в аптеки. Дякую вам, що сьогодні були з нами, обговорювали цікаву тему. А зараз оперштаб Катерина Фуглевич, а потім продовжимо, повернемось до цієї студії. Що ж, дякую, Вікторія. Ну, дійсно, сьогодні виникло запитання, чи турбує когось доля Куяльницького лиману? Ну, з такими питаннями сьогодні о 14-й годині відбулася сесія саме Красносільської ОТГ, де постали ось такі запитання. На цей раз хотіли провести генеральний план села Корсунці для будівництва 4-смугової автомагістралі уздовж Куяльницького лиману під селищем Шевченко-1, Шевченко-2 та села Корсунці. Будемо зараз спілкуватися на цю тему, а поки що покажемо світлину саме можливих варіантів проходження ось автомобільної дороги. Їх всього 4. Ну, і вони побудовані так, щоб саме спричинити можливість обходу через селище Котовського для вантажного транспорту. Ну, а чому саме люди були проти ось цього плану та в чому проблема? Зараз ми подивимося і далі повернемося для того, щоб обговорити якісь насущні питання, які виникли у наших місцевих мешканців цього району. Отже, проблему ми бачимо, люди вийшли протестувати і навіть утворилися такі масові заворушення. Ну, а, власне, ще одна проблема паралельно з цією – це в тому, що зараз планується будівництво новобудов прямо на вздовж Куяльницького лиману, по-перше. І, по-друге, це буде відбуватися на очеретяних плавнях. Ну, а це дійсно просто загроза, екологічна загроза всьому регіону. Ну, а зараз з нами на зв'язку буде громадський діяч, а також засновник громадської організації «Спільна справа громадян» Сергій Удалов. Добрий вечір, Сергію. І ми зараз поспілкуємося і дізнаємося, які ж наслідки ось цієї сесії. Найпершому розкажіть нам, що ж там відбувалося сьогодні і чи прийняли рішення побудувати саме ось таку автомагістраль? Добрий вечір всім. Значить, ситуація достатньо остра була, по крайней мере, до того рішення, коли прийшло сообщение з облради відмінити це рішення на нашій сесії. Було предложено автодором 4 проекти прокладки
об'їзної дороги. Так, ми зараз можемо навіть показати ще раз чотири варіанти, якщо можливо. Варіанти, розкажіть, будь ласка, що ж це за варіанти такі? Чотири варіанти. Це був один варіант через вдоль железної дороги, але там мішають високовольтні лінії електропередач. Два варіанти ще через центр села практично. Один по старій дорозі, використовуючи стару дорогу, маршрут старої дороги. І третій варіант по цій ж старій дорозі, але по естакаді. Тобто є чотири варіанти, один з яких найкоротший і є найдлинніший також шлях прокладення автомагістралі. Вірно, я розумію? Так, четвертий варіант, це якраз був вдоль побережжя Куяльника, через села Горсунці, Шевченка-1, Шевченка-2. Вот этот варіант, он самый, во-первых, в первую очередь, он длинный, и во-вторых, он... Ну, я не знаю, на у кого рука поднялась вообще запустить этот проект в работу, скажем так, через Куяльницкий лиман. Это наша, скажем так, жемчужина нашего района, нашей громады Ліманського району. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, чому місцеві дійсно проти прокладення дороги? Адже це питання, дуже часто у нас просять для того, щоб побудувати нову автомагістраль, щоб розгрузити якось селище Котовського, так, для вантажного транспорту. А тут ось така проблема. У чому ми бачимо вирішення її? Да, все прекрасно понимают, что эта дорога нужна всем, понимаете, и поселку Котовского, и нам, потому что мы устали от этих постоянных перегрузов, нагрузки на той дороге, которая у нас есть. И в этом есть необходимость. Но через Куяльницкий лиман все против. Почему? Потому что мы уничтожим этот Куяльницкий лиман. И так он страдает от того, что до сих пор он не принят как... статус заповедника не приобрел, там вывозится мусор и так далее, и тому подобное, засоряется, перекрывает, засоряют родники и так далее, и тому подобное. То есть Тобто, якщо буде дорога, я вірно розумію, то тоді ми будемо бачити повільне знищення Куяльницького лиману та цього регіону, як рекреаційної зони. Звісно, звісно. Там приблизно 2 кілометри дороги по побережжю, де весь поселок Котовського, пол Одеси їздять на це побережжя іменно відпочивати, іменно на це місце. Це найближче місце, де можна з'їхати нормально, під'їхати. Тобто, якщо там би якісь інфраструктури другі розвивали, але не автодорогу. Пане Сергію, а з приводу ось останніх трьох варіантів. Можливо, потрібно було прийняти рішення по ним? Абсолютно вірно. Але справа в тому, що наша нинішня власть процедуру обговорення цього вопросу, вона не нарушила. Тобто обговорення не було з народом. Вони провели це, скажімо так, в кулуарах у себя и пригласили пару человек с Корсунцов, своих, скажем так, и пытались это провести этот проект. Пане Сергею, ну и на чому зупинилися? Розкажіть, будь ласка, все ж таки. Ну, дело в том, что остановились на том, что, я прошу прощения, тут у нас крики, шум, еще до сих пор сессия не закончилась. То есть, вернее, только закончилась, поэтому все вышли, и тут у нас происходит обговорення цих всіх вопросів. До чого прийшли, пане Сергію, все ж таки, ось, на сьогодні, на цю годину? Діло в тому, що інших варіантів наша власть не представила для розглядання на депутатський корпус. Сказали, що якоби існує тільки один варіант вдоль побережжя Куяльницького лимана. І це вони скрили під утвердженням генерального плану села Корсунці. Спрятали це в примечаниях, в доработках, понимаете? И депутаты об этом все не знали. Когда узнали депутаты оппозиции, 7 человек, они тогда донесли это в пятницу, всего лишь на все они узнали. А в понедельник вот эта сессия сегодня состоялась. В пятницу только узнали. И за эти два дня, скажем, депутатский корпус оппозиции оповестил всех жителей. Поэтому жители поднялись. І, ну, це достатньо... Ну, ми бачили, так, що там відбувалося, ми були на місці. Дякуємо, що долучилися до прямого ефіру телеканалу «Одеса Лайв». Будемо споглядати і далі, що ж там буде відбуватися у регіоні, який варіант все ж таки приймуть, а який відхилять. Будемо сподіватися, що якраз четвертий варіант прокладення ось дороги на Куяльницькому лиману відхилять. І не буде новобудов, і не буде саме цієї автомагістралі, яка знищить просто Куяльницький лиман. Дуже дякую, гарного вам вечора. Ми будемо з вами на зв'язку. Ну, а ви
наші любі телеглядачі, якщо у вас є певні проблеми, ви можете просто дзвонити до оперативного штабу каналу Одеса Лайф, номер гарячої лінії 0800 305 048, повідомляйте нас, а ми будемо і ми готові вирішувати ваші проблеми.